Сегодня 29 августа, лето заканчивается. Видно, вот уже начинают вовсю краснеть перчики. Их собираем. Цветут замечательные высокорослые бархатцы. Выбросила еще один цветок. Розочка вот такая замечательная. Роза-шраб Манстед Вуд. И подошло время обрабатывать лук-шалот. Лук-шалот из сивка был убран в первую очередь, поэтому обрабатывать его тоже пришло время раньше всех луков. Этот лук, после того, как он был убран вместе с ботвой, был отправлен на дозаривание на чердак. Там он пролежал около 3 недель, полностью высох. Видно, что вот ботва рассыпается в труху при разминании. И самое время его обработать и отправить на хранение. Что делаю с этим луком? Обрабатывать его очень просто. Беру обычные ножницы и отрезаю ботву. Ну и корешки тоже. Вот такие луковки получаются. И в итоге вот получается вот такой замечательный лучок. Этот лучок шалот, напомню, я получил в подарок. Очень хороший сивок. Мне был выделен моим другом-огородником. Большое спасибо. И вот такой замечательный лучок вырос. Причем вот этот лук, я его даже никак не прореживал. То есть он рос по несколько штук в лунке. До 4 и даже больше было. И все равно луковки довольно большие. Маленьких даже мало. На посадку будет отобрать маленьких луковиц не так-то просто. Так что вот таким способом лук готовлю к хранению. Работа эта несложная. Была у меня этого лука небольшая грядочка. Сивка было немного. И получилось, ну не знаю, вот такое довольно приличное количество лука. А на очереди пока стоит, погода хорошая, завтра, послезавтра, точно таким же способом буду обрабатывать уже лук-репку и чеснок. Потому что в самое ближайшее время обещают дожди, и хорошо это сделать сейчас, пока погодка отличная, сухая. Очень удобно этим заниматься. Конец лета радует нас замечательной погодой. Тепло, сухо. Так что и помидорки подрастают, и перцы, и цветы цветут. Наконец-то нам улыбнулась удача. То есть лето заканчивается очень хорошо. Чему все огородники очень рады.